Китай пошел на ответный мир в отношении США, которые ранее ввели импортные пошлины на сталь и алюминий, а также отдельные ограничения на ввоз продукции с Поднебесной. Пекин с сегодняшнего дня устанавливает повышенные пошлины на 128 импортируемых из США товаров. Ставка составит от 15 до 25%. Китайские власти говорят, что так они хотят защитить интересы местных компаний и компенсировать ущерб от мер США. Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт десятков видов китайских товаров на общую сумму в 60 миллиардов долларов. Сборы в первую очередь коснулись продукции компании телекоммуникационного и технологического секторов. По задумке Вашингтона, это должно стать наказанием для Китая, чьи компании, по мнению Штатов, несколько десятилетий крадут интеллектуальную собственность американского бизнеса.